весь пол мокрый, весь потолок мокрый. Везде отовсюду идет вода. Что делать, не знаю. Неспокойная ночь выдалась у жителей 51-го дома на улице Клары Цеткин. Еще вечером в доме перестали греть батареи. А ночью люди проснулись от того, что их квартиры топит. Горячая вода хлынула прямо с потолка. Это видео записывали, пока ждали аварийную службу. Ребенок здесь спал, и у меня на ребенка прям... Получается, он вот так повис, и вся вода у меня на ребенка. В квартире у Карины Тихоновой на верхнем этаже тяжести воды не выдержал натяжной потолок. Повреждены стены, пол и мебель. Так же, как у соседки Ирины Кильдюшовой. Ну, в общем, свет пришлось выключить, потому что закоротило. Свет выключили, лампочки все равно горели. И вот оттуда шел вот прям поток, полнейший поток. Вот так здесь у нас стояли тазы, мы не успевали их выливать. Ну что, вот затопили все, вот посмотрите, что вот, посмотрите все. Вот затопили потолок, отвалилось вон все. И всю ночь я вот ведра с двух часов где-то, в течение двух часов ведрами, а я после инсульта. К Анне Марданшиной на первый этаж вода попала уже от соседей. Эту ночь женщина провела в верхней одежде. Тепла в квартирах по-прежнему нет. Коммунальщики обещали устранить последствия аварии в первой половине дня. Но к 14 часам люди продолжали замерзать. Главный инженер, он сказал, что он приедет до обеда. Ну, до обеда в обед примерно он сказал, что он приедет. В итоге время, смотрите, сколько, его до сих пор нету. И отопление, он сказал, то, что нам включат. В итоге отопления тоже нету. Холодно дома. А у нас дома маленькие дети. В телефонном разговоре руководитель управляющей компании сообщила, что такие же порывы произошли и в соседних домах. С ночи аварийная бригада работает на всех объектах. Сначала устраняли течь, с утра приступили к замене розливов системы отопления. И если причина аварии именно в верхней разводке, как в этом доме. Труба розлива сгнила, получается, дома все старые, и поэтому сейчас проводим замену. Коммунальщики уверяют, плата за отопление за это время не пойдет в платежку, а собственникам квартир, пострадавших от аварии, возместят ущерб. Потолки сольем обязательно, повреждения все это устраним. Елена Марданшина, Семен Егоров, новости Татарстана.